Победного дубля не получилось. Во втором матче розыгрыша Кубка главы Чувашии чебоксарские богатыри уступили саратовскому «Кристаллу». Вячеслав Ильин о том, что помешало нашей команде выиграть. Для столичных богатырей вторая игра предварительного этапа розыгрыша Кубка главы Чувашии по хоккею шайбы была не менее значимой, чем игра стартовая. Ведь соперники по матчу ей достался фактически лидер турнира – команда «Кристалл» из города Саратова. В таком скоротечном турнире, как розыгрыш Кубка главы республики, 4 дня, 4 игры, каждый матч как последний и решительный бой. Так что болельщики богатырей ждали продолжения победного спектакля в исполнении своих любимцев. Однако все сработало с точностью до наоборот. Автором быстрого гола на сей раз стали саратовцы, открывшие счет к началу третьей минуты. А вот для ответного шага подопечным Сергея Нуржанова понадобилось аж 10 минут. Тем не менее, паритет в счете был восстановлен к исходу 13-й минуты. Цели достиг удар защитника Александра Беркутова. 1-1. Именно с таким счетом команды и ушли на первый перерыв. Чуть-чуть побольше бросать надо, мало бросаем. Сейчас побольше бросать будем. Сядем на них, нормально все будет. Забьем. Капитан был в ответе за свои слова. По количеству бросков, проведенных в створ ворот соперника, мы сумели вдвое перебросать своих визави. Вот только с реализацией в прямом смысле не везло. Шайба просто устала стучаться в стойке рамки, которую защищал голкипер Сергей Павлов. В итоге сработала старая, как хоккейный мир, аксиома. Не забиваешь ты, забивают тебе. Вторая шайба влетела в ворота Александра Молина на 32-й минуте. 1-2. Настраивали ребят с утра, но, видимо, не достучались, не до всех. Поэтому тут еще рано выводы делать. После двух турниров, я думаю, может что-то и поменяется. Но, не знаю, не хотелось бы, конечно. Но если не дойдет до кого-то, то, значит, будем искать замену. Белые, выйдя вперед, сделали акцент на обороне. Попытки пробить, которые синие пытались на протяжении следующих 28 минут матча. Не получилось. А вот в наших воротах шайба успела побывать. Богатыри не смогли реализовать искусственно созданное численное превосходство. А в ответ получили гол. Пустые ворота. 1-3. Для этого и создан предсезонный турнир, чтобы увидеть свои слабые места. Мы очень безобразно, безалаберно просто в обороне играем. Так нельзя играть в обороне. После второй игры место в финале уже обеспечили себе саратовские кристалловцы. Кто станет их соперником в борьбе за Кубок главы Чувашии, мы узнаем по итогам третьего игрового дня. Вячеслав Ильин, Вести, Чувашия.